Привет, зритель! Ставим лайк и поехали! Об известном актере русского телевидения Игоре Петренко в последнее время почти ничего не известно. Все знают о том, что несколько лет назад Игорь расстался со своей женой, знаменитой актрисой Екатериной Климовой. В свое время эта информация произвела настоящий фурор. Одним из наиболее распространенных и странных объяснений случившегося было то, что якобы Катерина разошлась с ним, потому что чувствовала опасность. Актриса предчувствовала, что если она не перешагнет через себя, может случиться беда. Впереди ждали пустота и неизвестность. Будущее виделось смутно, даже сбережений на аренду дома для моей многочисленной семьи было впритык. Но если бы я не ушла тогда, в обычный ноябрьский день, дальше была бы только какая-то сплошная трагедия. Со мной точно могла случиться беда, я бы заболела, а может и умерла бы. «Нельзя все время существовать на надрыве, это выматывает, забирает силы», – говорила тогда Екатерина. Петренко, когда комментировал эту ситуацию, объяснял, что был очень зол, когда увидел в интернете видео поцелуя своей жены с другим мужчиной. Актрису застали за поцелуями с молодым музыкантом Романом Архиповым, фотографии, обнародованные в прессе, стали настоящим шоком для супруга звезды, и он не скрывал, как сильно переживает по этому поводу. «Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Я привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил ей сюрприз. И тут случайно в интернете увидел этот ролик. Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал. Но, к счастью, спустя годы бывшие супруги устроили свою жизнь по-новому. У Игоря Петренко родилась дочь, а Екатерина Климова также ждала прибавления в семье. Спустя еще год Игорь порадовал поклонников еще одной дочкой. Поскольку Игорь и его теперешняя жена Кристина Бродская ведут закрытый образ жизни, они не дают интервью, не участвуют в семейных фотосессиях для журналов, редко выходят в свет. Но все-таки они решили сделать исключение и принять участие в съемке ролика. Но всех заинтересовало совсем другое. Всех поразили его маленькие дочери-красавицы. Интернет-пользователи осыпали малышек комплиментами. Причем самые внимательные пришли к выводу, что старшая похожа на отца, а младшая на мать. Напомним, у Игоря есть еще дети, сыновья Матвей и Корней от брака с Екатериной Климовой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик.